Всем привет. Решил сойти с ума маленечко. Приобрести вот такой вот аппаратик. Вот. Что за аппаратик? Аппаратик? Аппаратик твой, сыночка. Твой аппаратик, сынок, да? Игрушечку тебе купили небольшую. Так. Игрушечка? Да. Вот такая вот игрушечка у нас. Такие вот инструкции. С такими вот печатями голографическими. Вот. Экстера 705. Не знаю, хорошая или нет. Вообще не пользовался ничем таким подобным. Не представляю даже, что да как. Вот такие вот комплект батареек купили. Это батареечки, сыночка, здесь были. Мы их вставили уже с тобой в магазине. Ну вот, смотрите, ребятишки. Вот. Такой вот обзорчик. Это получается у нас ручечка такая. Пластиковая, кстати. Не пластиковая, а как у делишка. Вот, вот. Ой, ой, ой. Ничего страшного, да, Санечка? Страшного. В лоб получил Димка. Это вот железо. Вот это вот у нас идет ремень в комплекте, короче. Вот это вот, наверное, под руку, под локоть. Мягкая фигнюшка. Вот это вот ручка идет такая вот, друзья. Вот. Ручка, да, сыночка, ручка. Такая вот ручка, сюда что-то подстегивается, наверное, или что, я не знаю, что там вставляется. А, это, наверное, сам аппарат вставляется сюда. Вот такая вот головень, друзья. С таким вот защитом, наверное. Он не снимается или снимается, я не знаю. Защита вот такая вот. Вот. Вот, комплектация. Вот такая вот. И вот сама эта голова. Ребятюни. Вот такого вот аппарата. Вот. Так вот он включается. Что он тут показывать должен, непонятно. Какие-то настройки. Короче, я сейчас валенок. Вот до 20 чего-то. Тут тоже непонятно. АМ. Всякая непонятная для меня штука. Здесь такие вот подсоединилки сюда. Наверное, вот эта вот ерундушка вставляется с вот этой головы. Не включать? Да. Ты боишься? Вот здесь вот, короче, наушники подсоединяются, но у нас их нету в комплекте. Наушников других были. А здесь нету. Сейчас выключим. И так быстро выключается, кстати. Вот здесь у нас батарейки вставляются. Вот такие вот 4 штуки вот взял батареечки. Вот. Так вот закрывается. Ну, короче, краткий обзор. Тут вот винтики, шпунтики всякие. Краткий обзор, друзья. Ставим лайкосики. Дальше будем разбираться и по ходу дела что-нибудь заснимем вам. Всем пока.